лишь твои. Надолго не знаю, но ничего. Ничего. Все будет хорошо, все наладится, все мы беды переживем. Дети вырастут, внуки подрастут. Мы будем помогать друг другу, переживем. Все беды, все несчастья, хорошо будет. Все будет хорошо. Смотри. Это что? Это часть книги, выброшенной кем-то на помойку. Я нашла ее в мусорной куче, подобрала и спрятала. Эта книга может быть часть моей жизни. А может и вся моя жизнь, я не знаю. Здесь не все твои письма, некоторые просто не удалось сохранить. У тебя же могли их найти. А я бы такую же бы сделала. Я помню каждое слово.
Дядь Вань, а вы с Гришей не посидите? У меня дежурство, Пашка во вторую смену. Угу. Что случилось? От Нины телеграмму получил. Откуда? Из Красноярска. Они все уедут домой. Ой. Ой, как хорошо. Вот там теперь остановка. Ну давай, быстрее, опоздаем. Пойдем. Давай пешком пройдемся. Ну, не надо, не надо. Он не тяжелый. Потихоньку пойдем, не торопясь. Пойдем гулять. Я тоже соскучился. Так вот. Ой, спасибо. 3 года прошло, как война закончилась. А мы до сих пор трупы на носилках в морге таскаем, бинты стираем, в операционных столов сутками стоим. Кать, я специально 1.5 часа ждал тебя, чтобы вытащить на реку. А ты все про свою больницу. Ну, так же нельзя. Ну, извини. Я больше не буду. Не дуйся. Стой! Ну, снимай. Давай уже. Уже так 1.5 часа. Что ты меня подначиваешь? Так, держи, мама, держи. Тихо, тихо, тихо. Давай. Я уже устал. Паш, помоги, а то я тебе без руки. Да что случилось? Сам ты без руки. Сам попробуй. Здрасте. Я не надо. Кать, я в магазине. Представляешь, очередь отстоял, талоны забыл. Ну, что ж ты будешь делать? Да подожди, я взял уже. Леша мне вынес. Все, я побежу. Тихо, тихо, ребят. Давайте просто снимем и все. Что, что просто это? 1.5 часа уже. Колесо заклинило, сейчас снимем ремень и все. Так зачем его снимать? Как снимать? Ты зачем? Ты что, на мотоцикле, что ли, не ездил, Паш? Я не ездил. Так, ты так, не ездил. Да я как раз ездил. Ты что, не видишь, Кать, колесо заклинило? Да, да ну тебя, Кать. И... Слушай, иди занимайся своими делами, а. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, давай. Держи. Давай, снимай. Завали, вот палец не зажал. Держи, держи. Завали. Все, все, отпускай. Отпускай, отпускай. Смотри, смотри, ребят, ребят. О. Неужели это Нина? Так, давай, потяни. Да что ты будешь делать, а? Опа его. Так. Здравствуй. Привет. Привет. Здравствуй. Ро. Давай я тебе помогу. Нина. Ниночка. Деточка моя. Ну что ты? Ну что ты, Ниночка? Прости меня, папа. Все, все, все. Прости. Все, ты дома. Коль, сам. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. Ну, ну что, идем? Ну? Ну чего? Давай с мотоциклом закончим. Ну, давай. Давай. Ну, как ты? Как ты? Взяли? Потом расскажи. Как нога? В принципе, ты сделал. Ну, Кать. Ну, что, ну, что дальше делать? Ну, вот видишь, как всегда. Теперь надо вот откручивать, колесо снимать. А я тут без тебя ничего не трогал. Дедушка, ну ты знаешь. Я знаю. Сводишь меня на кладбище? Конечно. Завтра ж пойдем. А это супруга библиотекаря. Ой! Чуть не разбилась надежда советской медицины. О, по-моему, ребята пришли. Издевается из-за того, что я по ночам над учебником засыпаю. Да, через 5 минут, как только начинает читать. Ребят, как же я по вам по всем соскучился. Нечка, ребят пришли.
Так, ну ты... Как? Останешься домой? Так я уже дома. Я отсюда никуда не уйду теперь. Катюш, я же продукт принес. А я потом заберу. Да я сам отнесу. Сева, ну-ка помоги мне. Пойдем, пойдем. Как же я по тебе соскучусь. Катя, можно? Гриша, он спит. Можно я на него посмотрю? Конечно, можно. А потом будем все вместе ужинать. Потом мы с тобой залезем с ногами на кровать и будем болтать о том о сём. Да что это такое? Господи. Да. Добрый день, Александр Сергеевич. Добрый, добрый. Проходи. А я к вам по делу. Пальцы у Софьи Ивановны из восьмой палаты помнишь? Это у которой мигрирующий осколок? Поищи в ее документах адрес и телефон. А зачем? Ты ведь по поводу дочки Ивана Александровича пришла? Да. Софья Ивановна заведует городской библиотекой. А ты говорила, что твоя подружка – девушка образованная. Александра Сергеевна. Рано благодарить. Я ничего не могу обещать, но поговорить попробую. Может, что-то и получится. Получится. Обязательно получится. Так, ты мне лучше скажи, сессию сдашь? Сдам. Торжественно клянусь. Ну иди, ищи. Адрес Пальцевой. Александра Сергеевна. А как вы догадались, что я по поводу Нины? Я ведь тебя не первый год знаю. А ты почему не по форме одета? Я вас обожаю. Тогда иди и не мешай мне работать. Я уже хотел с тобой идти. Что случилось? Ведь меня обокрали. Что? Кто? Как обокрали? Какая разница, кто? Так, подожди, садись. Все украли, а главное, что подарок украли, который я тебе готовила. Ты что, про свою комнату сейчас говоришь? Mm-hmm. Ань, идем. Я твои вещи сюда перевез. Мои вещи?
Я хотел, чтобы ты со мной жила. Так, где же? Где же? Где? Что? А где свитер? Свитер? Я его нашел под одеялом. Я под одеяло и положил. Вот. Вить, ну что ты... Раздевайся. Ну что ты вот... Я его 4 месяца по ночам вязала. Я торопилась и хотела к празднику успеть. Прятала, боялась, что ты его увидишь. А ты как... Ой... Подожди. Это мне подарок? Ну что, ты так будешь? Ой, ой, не могу. Я не хочу, чтобы ты свитер по ночам вязала. Черт знает где. Я хочу, чтобы ты со мной здесь была. А тебе это не навредит? Давай я об этом буду думать, хорошо? Хорошо. А ты распакуй лучше вещи свои и сложи как надо, а то я опять что-нибудь не то сделаю. Че тут красть-то? А что красть? Свитер мой, например, можно украсть. А вот свитер верни. Ты все испортил. Все испортил. Спасибо тебе. У тебя лицо, как у девушки с картины «Неравный брак». Ты же не на эшафот идешь, а на работу устраиваться. Да Сева предложение мне сделал. Чего-чего? Ну, вот так вот. Ну, и что, ты будешь теперь думать, соглашаться или нет? Нет. Я сразу согласилась. Неужели? Все звери в лесу сдохли. Я думала, это произойдет не раньше, чем лет так через 10. Ну, через 10 лет я уж старуха буду. Тетя Клав, здравствуйте! Здорово! А к вам вчера почтальонша приходила? Приходила. Она вам письмо принесла, да? Принесла. Ты про Лешку хотела узнать, да? Ну да. Ну так напиши ему, что ты. Что ему напишу-то? Ну, как живешь? Тебе же интересно, как он там слышит. Здравствуйте. Здрасте. Скажите тоже. Так он-то в армии, у нас-то что? Все одно и то же. Поле да хозяйство. Хозяйство да поле. Я ему про дыма напишу. Пса нашего. Вот чудная. Это ж надо, про себя писать не хочет, а про собаку с удовольствием. А вы мне адрес дадите? Конечно, дам. А то же он бедный там еле-еле служит. Ночами переживает. Как там собака, которую он лечил? Здрасте. 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 Вы думаете, не надо про собаку? Да нет, почему? Напиши. О, Иван Александрович. Здрасте. Павел. Аккуратно. Приехал давно. Ну, рассказывай, как сессия?
Иван Александрович, на завод работать пойдете? Ко мне в цех, мне начальником предложили. Я, конечно, понимаю, что должно быть наоборот. Но я новому директору так сразу и сказал, что без Гордеева, мол, не справлюсь. Справишься. Ты, Павел, справишься. Ну, с моей, конечно, помощью. Ну, значит, по рукам? Спасибо тебе. Спасибо вам. Вместе мы с вами сила. А, да. И у нас Катя сегодня годовщина. Вы вечером приходите. А, конечно, приду. Ну, увидимся. Привет. Здравствуй. Пришел уже. Это хорошо. Ой. А ты что такое? Да так. Вить, ну я же вижу, что случилось. Все хорошо. Ну ладно, не хочешь говорить, как хочешь. Ну руки иди помой, а то у меня уже там все приготовлено. Меня в Москву переводят. Я боюсь, что на этот раз уже не отвертеться. Они намекнули, что отказываться не стоит. Ну, так и хорошо. И соглашайся. А ты? Ну, а что я? Мне 3 месяца осталось. И чего обо мне беспокоиться-то? Ты знаешь, я в последнее время только об этом и думаю. Думаю, вот закончится мой срок и домой к детям. Не знаю я, Витя, как у нас будет с тобой. Ты поезжай, может быть, оно и к лучшему. Это странно. Бояться окончания твоего срока. Понимать, что в твоих мыслях я уже все меньше и меньше занимаю место. Видеть, как я становлюсь лишним в твоей жизни. Главное, я не знаю, как все это исправить. Это все? Все не так. Пришли? Молодцы. Привет. Проходите. Так, Севка в комнату, Нинка ко мне на кухню. Сева, мне кажется, это пошло. Может, давай пока не поздно придумаем что-нибудь. Да перестань, все взрослые люди, ничего такого в этом нет. Сначала у Кати спросим. Ну что вы там долго так? Нин, я вообще ничего не успеваю. Мы, в общем... Ну давай ты. Нет, у тебя лучше получится. Нет, у тебя лучше получится.
Да. Вот... Нет, всегда лучше ты. Да, вот... Ребята, знаете что? Если я вас дослушаю, то об ужине мы точно можем забыть. Так нет, вы можете что-то делать, а я скажу. Мы с Ниной долго думали, что вам подарить на годовщину вашей свадьбы. Спорили. Думали. Думали какое-нибудь издание купить. Сева, если ты не планируешь закончить свою мысль в ближайшую пятилетку, даже не мучайся. Пашки все равно нет пока. Кать. Мы решили не дарить вам ни картин, ни книг. Мы купили простыню и две наволочки. То есть хотели купить книгу, а подарили простынь? Неожиданный поворот. Я тебе говорила. Это как же вы, интересно, до этого додумались? Да. Вполне логичный поворот. За 6 лет совместной жизни сколько вы бессонных ночей провели за книгами и учебниками? В общем, надо начинать новую жизнь. На что же это ты намекаешь? Ой, Иван Александрович, они тут веселятся уже вовсю без нас. Здравствуйте. Катя, Катя, я тебя очень прошу, пожалуйста, никому не рассказывай. Дядь Вань, проходите. Так, народ, что у нас тут происходит? Катя! Нет, я скажу. Дядь Вань, откройте. Ах. Не надо. Мы решили подарить на свадьбу постельное белье. Все, я пошла. А еще, Паш, они нам с тобой посоветовали начать новую жизнь. Говорят, хватит ночами за книжками сидеть, представляешь? Катя, Кать, ну что ты говоришь? Мы совсем не то имели в виду. Перестань. Но смысл был такой. А, по-моему, очень хороший. По-моему, тоже. Катя говорила, они еще в школе были самые сообразительные. И нужный подарок. Ну что, давайте на стол накрывать. Мы, между прочим, с Иваном Александровичем с новостями. Да. Так, все. Нинка, давайте тащи пироги в комнату, отнесу. А я тут еще 5 минут, и все. А чем я могу помочь? Прячь. В спальне. Вроде все. Так, на повороте аккуратнее. Есть. И... Я вот тут посуду назад. Собрала. Назад. Бумажку завернула. Так точно. Надо сверху поставить, чтобы не разбилось. Ну, я пойду. Аня, я... Не надо, Витя. Попрощались же уже. Чего при людях-то? Есть. Я еще соли хотел купить. О, и мне пачку тоже. Ну, все будет в порядке, не волнуйся. Ящик забери. Осторожно, там посуда. Тогда куда его? Товарищ подполковник. Да хрен с ней с посудой, ставь куда хочешь.
Здрасте. Здрасте. Непутевые мы с тобой, баба Катька. Чего это мы непутевые? А как ты? Были бы путевые, правильных бы мужиков завели. А не тех, вон, которые вот сидят там и вопросы ненужные решают. Вот тут бы в огороде вкалывали. Ну уж какие достались. Да, это уж точно. Слушай, Анна-то когда приедет? Пора бы уже по времени. Да пора. Последнее письмо еще в начале лета пришло. С тех пор ни слуху, ни духу. Я вот думаю, не случилось чего. Ну, хватит страху нагонять раньше времени. Сама подумай. Ей же тоже нужно как-то собраться. 10 лет баба отсидела. Господи боже, бедная, несчастная. Ой, Петька ждет? Да ждет вроде. Только переживаю ее, как он это все воспримет. Мне кажется, он сам не понимает, то ли радоваться ему, то ли чего. Он же не видел ее. Ничего. Обживутся, оботрутся. Все будет хорошо. На сегодня хватит. Дядь Леш! Пожар там, пожар! Где? Отец за вами послал, сам туда побежал. А? Леш, чего? Сейчас, подожди. А? Что случилось? Я сам не знаю. Что случилось-то? Подожди ты. Склад горит. Всех зовите! Всех! Кто-то! Берите, берите мёда! Быстрее, быстрее, быстрее! Давайте, давайте! Бегом, 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 бегом! Лучше помоги. Да, да, сейчас. Ну, Кань, ты? Давай, открывай. Александра Сергеевна здесь?
Здесь. Что случилось? Давай. Побежали, надо бригаду готовить. У нас ожоговый. Ну, как он там? Плохо. Аккуратненько. Светка, слушай, проводи их, пусть умоются. Переодевайся, умывайся в операционную. Будешь мне ассистировать. Так там уже есть медбрат. Мне не медбрат, мне хирург нужен. Я? Нет у меня другого хирурга, понимаешь? Нет. Переодевайся быстрее. Ага. Все будет хорошо, уверяю тебя. Врачи хорошие. Ты почему их до сих пор не проводила? Проходите на улицу, давайте. Давайте, давайте. Пошли. Начинай. Я? Начинай. Начали. Обработка вокруг раны. Обработка раны. Сушить. Скальпель. Сушить. Повязка на рану. Помоги. Придержи. Накладываем общую. Еще одну. Как, нормально? Ой, извините. Поздравляю, коллега. Это только начало. Продолжай. Дядь Лёш, ну чего не так долго? Ну что, значит, так надо, а нет. Мне уже кажется, эта операция никогда не закончится. Ничего, ничего, скоро закончится. Ты не волнуйся. С твоим отцом все будет хорошо. Не волнуйся. Там же наша Катя. Дядь Леша, я пойду. Это ты не уголовная. Ну что, пойдем. Прохор, отвезем доктора. До этого доктора я готов домой на руках отвезти. Размечтался. Садись, Катюша. Садись. Поехали. Чего ты дрожишь вся? Может быть, в Тарасовку? Нет. Домой, дядь Лёш. Спать. Как знаешь. А Анюта где? Она осталась. Будет дожидаться, когда Фёдор очнётся. Ну, это ж долго. Да, это может, долго. Мне вернуться за ней? Ну, ладно, разберемся. Все, все, аккуратненько. Давай, поехали. Поехал.
давай, аккуратненько. Выходи, Катюша. Выходи. Вот так. Спасибо. Вот так вот. Устала? Спасибо. Ой, с ног валюсь. Тебя проводить? Да нет, поезжай, поезжай. Тетя Клаве только передай, чтобы Гришку с Петикой привезла. Хорошо, обязательно. Само собой, конечно. Ну, давай. Поезжай, я постою. Ну, пока, все. Береги себя. Я поехал. Давай домой, Прохор. Все уже хорошо.